лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Озеро, озеро светлое, время уж позднее, летнее. Легкими взмахами вдали плыву, стану я факелом вам на том берегу, на том берегу. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях семейный дуэт Александр и Полина Андреевы. Здравствуйте, дорогие телезрители! Эту песню мы с Полиной написали достаточно давно, но именно сейчас мы начали понимать ее глубинный смысл. «Стану я факелом на том берегу» — это аллегория. Человек решил переплыть темное озеро. Угу. Темное озеро — это наша русская земля. Запалил на том, берегу костер. И костер веры. И к этому костру начали плыть люди. Костер позиционируется как маяк. Ну вот, собственно говоря, история зарождения на нашей земле православия. Понятно. Расскажите, пожалуйста, как вы встретились? Что вы сейчас делаете? Ну, собственно говоря, сейчас мы постоянно поем. Выступаем мы сейчас не очень часто.
много было различных жизненных коллизий, переезды. Ну, плюс большое счастье – это рождение у нас ребенка, сына Евсевия. Вот. А встретились мы в храме Покрова Божией Матери. Мы церковные певчие. Я пою в басах, Полина поет в альтах. Вот. И таким образом мы встретились, и наши жизненные пути переплелись. Практически сразу после нашего знакомства мы решили пожениться, обвенчаться, обручились, потом обвенчались. Вот. И стали жить вместе. Вот. И начали, что немаловажно, вместе петь. У вас появилась идея совместного творчества. Да, да, то да. То есть да. Уже были какие-то наработки у каждого, да? Ну, мы сразу встретились, зашли в трапезную храма, сели за рояль, и я слышу, Полина поет. Я думаю, я ей подыграю немножко, я решил ей подыграть и подпеть, в общем-то. И образовался семейный дуэт. Да, семейный дуэт, и, в общем-то, мы спеваемся. Тут люди говорят, что мы поем уже лучше, чем пели вначале. А это что, одна из ваших первых песен, да, была? Да, это одна из первых песен. Ну, может быть, вы тоже как бы своим примером, да, зажгли костер, вот такой семейный. Переправлялись через это житейское море. Да, 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 да. В общем-то, можно сказать и так, что до встречи с Полиной у меня была жизнь на том берегу, а сейчас я его переплыл на другой берег. И, в общем-то, ну, мы теперь костер, маяк, которому. Ну, на вас большая ответственность получается. Большая ответственность, да, очень большая ответственность. Что-нибудь еще споете? Конечно. Что там у вас следующее? А ребенок-то где у вас в это время? Дома, с бабушкой. С бабушкой. Понятно, да. Хорошо, бабушка есть. Бабушка у нас тоже музыкант, она регент с 40-летним стажем. Ничего себе. Вот, и она Полину обучала с ранних лет. Вот, и я у нее тоже сейчас еще учусь, она вокал преподает. Там же при Покровском храме? Нет, да? Нет, она уже на пенсии. Вот, она дома преподает. Вот. А следующая песня называется «Древняя нить». Она написана под впечатлением романа Юрия Сергеева «Княжий остров». Вот, «Древняя нить, ведущая нас к светлому Спасу, Иисусу Христу». Тихо путь проходит мой, реки ведут меня домой. Вера вдаль уносит нас к храму, где виден светлый Спас. Может оборваться древняя нить, связав время и пространство, дав нам жизнь, дав нам грешен ад. Скоро прозвучит, как сон, вечной Руси великий звон.
древняя нить, связав время и пространство, дав нам жить, дав нам жить. Уже не сможет оборваться древняя нить, связав и время, и пространство. Спасибо, Господи. Поражает, сколько у нас на Руси талантов. Да? И очень жалко, что мало слышат. И вас слышат мало. Я думаю, это такое упущение. Да, действительно жалко. Ведь хочется, чтобы была публика, аудитория, для которой вот можно свой огонь, да, который в душе, этот свет, можно было подарить. Да. Спасибо, Господи. Я приглашаю вас на свою мастерскую. У меня мастерские ежемесячные. В театре «Странник» в сентябре будет мастерская. Мы с вами спишемся. Мы были бы очень рады поучаствовать. Просто порадовать людей. В театре «Странник» вот на улице Цветочной, 16. Ежемесячно провожу творческие мастерские. Надо запомнить. Собирается, да, много. Спасибо. Там много народу православного собирается. И как раз там можно пробовать новые произведения. Или, ну, можно индивидуально выступить. Угу. Глядя на вас, я вспомнил свою песню. Я написал ее для молодых людей. Я раньше обучал игре на гитаре. Был такой период, когда надо было что-то кушать, а я ничего не умел играть, кроме как на гитаре. И ко мне пришла девушка и парень, и вот я для них сочинил песню в виде упражнения. Вот она переросла в произведение. Они играли этот перебор. И как бы, ну, для них, и они вместе ее исполняли. Просто я их приучал к творчеству, чтобы сразу надо учиться сразу вот как бы подходить творчески. Конечно, даже упражнение, да, оно должно уже внести, да, в себе некий заряд творчества. Не задалбливать его. Вот. Конечно. Конечно. Это убивает. Конечно, ведь даже простую гамму можно сыграть. Просто та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да. С душой. Да, конечно. Вот такая песня. Это город, это дом. Это мы с тобой идем, это небо и вода, это ранняя звезда. Вэ-о-а-о, 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 вэ-о-а-о. Разноцветные огни. В этом мире мы одни, только город на песке, только птицы вдалеке. Вэ-о-а-о, 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 вэ-о-а-о.
Очень красивая песня. Спасибо, Господи. Как будто всю жизнь вместе играли. Да. Ну, значит, мы в духе, да? С одним настроением. Да, это чувствуется, действительно. Вот я тоже думаю, вот размышлял, если человек с какой-то ложью в сердце или с какой-то такой двуличием, и эта фальшь чувствуется и в музыке, и в подаче, и в тексте, и все. И вроде человек все правильно поет, все, но душа нисколько не откликается. Да. Ну, этого не хватает сейчас. В основном сейчас исполнители только как вот музыку исполняют, а без души. А хотелось бы, чтобы душа пела. Да, вот как раз да, этого не хватает сейчас в наше время. Но я думаю, что и не только в наше. Это всегда не хватало искренности людям. Ну, дай Бог вот в вашем дуэте вот это сохранить. Искренность. Ну, будем стараться. Да. Все в наших руках и в руках Господа. А о чем вы мечтаете? Мы мечтаем. Какие планы у вас? Ну, сейчас у нас такие чисто житейские трудности. Мы переехали бы жить в новый дом, в коттедж. Вот, и там у нас идет стройка. Вот. Загород, да? Загород, да. В Артемяге переехали. В Артемяге. Ой, будем соседями. Я в Агалатово переезжаю. Переезжайте, да? Ничего себе. Тоже надоел город. Так что, как достроимся, приглашаем вас в гости. Да. Ну, ладно, будем дружить. Я в Артемяге езжу. Туда, на подворье Иоанновского монастыря. Да, мы туда иногда ходим. Мы там иногда бываем. Да. Ну, и там у меня друзья живут. В Артемяге комфорт, или как называется? Да. Поселок. За кладбищем там, который... Да, знаю. Там, да? Мы сначала там хотели, но потом в самих Артемягах, в самой деревне, нашли дом. Вот. И сейчас вот все в трудах, чтобы его достроить. Спасибо, Господи, дай Бог вам это все. И там, наверное, будут рождаться новые дети и новые песни. Ну, дай Бог. Песни уже рождаются, ну, за песнями и дети. Все в гармонии должно быть. А что-нибудь еще? Что-нибудь порадуйте нас? Да, следующая песня. Это история создания нашей семьи. Песня называется «Помолись за меня». Мрачный день октября заискрился сияющим светом. И покрыла земля, и покрылись дома белым снегом. Я увидел тебя в белом шарфике, сердце застыло. Нет, не может быть в жизни такой неземной красоты. Ты вошел, улыбнулся, кивнул, сердце сладко заныло. Меня, чтобы я тебя не потерял. Ведь гораздо сложнее пройти сердцем к сердцу по жизни, чем друг друга найти, чем друг друга найти. Помолись за меня, помолись. Взявшись
Вернувшись во взрослую жизнь, мы шагнули. Обращение, венчание, свадьба, подарки, цветы. Это праздники, радость, веселье, любовь, поцелуи. Но и сложности, будни, конечно, нас ждут впереди. Помолись за меня, чтобы я тебя не потеряла. Помолись за меня, чтобы я тебя не потерял. Ведь гораздо сложнее пройти сердцем к сердцу по жизни, чем друг друга найти, чем друг друга найти. Помолись за меня, помолись. Сестры, вы меня порадовали сегодня. Для меня это большое открытие. Спасибо большое. Ваш семейный дуэт. Я думаю, это нужно. Берегите, молитесь друг за друга и берегите друг друга. Да. Не зазнавайтесь еще, к тому же. Ну, вам не дают зазнаваться. Конечно, конечно. Время морты, да? Куда-нибудь. Обстоятельства житейские. Да. Трудности есть. Периодически, да, возникают различные ситуации, что... Ну, это и жизнь. А куда без этого? Без искушений? В этом семья как раз закаляется, проходя всякие трудности. Рождение ребенка, обстоятельства житейские всякие. Конечно. Ну, тут, конечно, все это мешает творчеству, ну, не дает времени развиваться. А мне кажется, наоборот. До знакомства с Полиной у меня было очень много свободного времени. И, казалось бы, пиши стихи, музыку. Но я писал, но как-то мало. И как-то несерьезно все было. А вот когда мы начали уже вместе жить, когда времени стало катастрофически не хватать ни на что, тут-то и открылось... Открылись новые вехи в творчестве. Я стал садиться за стол, писать. И как-то так сконцентрируешься, что рождаются именно то, что ты хочешь сказать. То есть мысли все в один пучок, и вдохновение приходит как-то так. И за 5, за 10 минут, в общем-то, рождается. Но то, что, потому что накопилось, может... накопилось. Все совпало, все стрелки сошлись. Жизнь была как суп без соли, да? Появилась да. Соль? Да. Ну и, в общем-то, Полина мне помогла открыть для себя православный мир, православную церковь. Потому что до этого я был православным верующим, но, ну, в общем-то, самое простое, что я мог сделать, это мы стали читать вместе Евангелие. И, в общем-то, мир познается через него, и через него я начал видеть себя, видеть ее, видеть окружающее пространство и музыку, начал по-новому осознавать. То есть вера открыла новый горизонт? Да. И Полина мне вот там очень помогла. Именно православие? Именно православие, да. Ну, мы люди русские, правильно? Нам как, что нам выбирать? У нас на роду написано. Вот, да. Да. Так жалко, что многие этого не понимают до сих пор. Просто скорбишь. Вот я молюсь в храме, в окно выглядываю, идут люди мимо храма. Даже не перекрестится, ничего. Еще такое состояние у нас общества. Слава Богу. И как раз вот ваш пример это как раз показывает, что можно. Да?
И нужно. С Богом нужно, да, и нужно. Обязательно. Это полноценная жизнь получается. И творчество полноценное, когда с Богом, да. все делаешь с Богом. Все делаешь, помолясь. Да, без Бога не до порога. Ну, я очень рад, что вас встретил. Теперь будем дружить, да? Хотелось бы, конечно, да. Очень. Я вот как раз, может быть, так и понуждаю себя на эти передачи, чтобы хоть как-то собрать творческих людей, даже какой-то цикл, вот, чтобы потом можно было... У меня есть такое намерение внутреннее еще, что можно это потом сделать такое, как бы, мероприятие такие, что можно было выступать, специальные концерты, и показывать вот самое лучшее, чтобы люди это слышали и видели. Надо пробиваться. Вот благодаря телеканалу «Союз», слава Богу, что такой телеканал существует. Слава Богу, да. Мы очень рады, да. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. У нас были супруги Полина и Александр Андреевы. Семейный дуэт. Вот, открытие для нас, для нашего православного мира. Божьей всем помощи, Божьей благословения и ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях.